Заявление президента Майи Санду спровоцировали новый скандал с Россией. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Кремль должен занять более жесткую позицию по отношению к молдавским властям, в том числе в вопросе с газом, после того, как Санду в интервью румынскому телеканалу напомнила, что Кишинев настаивает на выводе российских войск, и что именно Москва, по ее мнению, развязала конфликт на Днестре. На вопрос румынского журналиста о том, правда ли, что миротворцы и российские военные из Левобережья готовят нападение на Украину, Санду ответила, что у нее нет такой информации, хотя молдавские ведомства отслеживают положение. Однако, по мнению президента, это не значит, что ситуация не может измениться. Так что, добавила она, Кишинев продолжит настаивать на выводе российских войск из зоны безопасности. Presenza armatei ruse este în contradicție cu statutul de neutralitate și cu prevederile constituționale și respectiv noi optăm și vom continua să optăm pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. На просьбу рассказать, с чего начался Приднестровский конфликт, который считается замороженным третий десяток лет, Санду обвинила Россию в том, что она прислала сюда армию, чтобы помешать Молдове выйти из СССР. Ce a fost acolo? Un conflict etnic, un conflict economic, a fost o agresiune din partea Rusiei. Dumneavoastră cum calificați războiul din Transnistria? Războiul din Transnistria a fost o tentativă de a opri procesul de obținere a independenței Republicii Moldova. Puteți să identificați care sunt acele forțe? Este foarte clar pentru toți că Federația Rusă a trimis oameni în această acțiune împotriva Republicii Moldova. Это заявление дошло до российских властей. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков назвал высказывания Майи Санду антироссийскими. И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдовы после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдовы нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства, написал Пушков в своем телеграм-канале. В интервью румынскому телеканалу Санду заявила, что диалог между Молдовой и Российской Федерацией достаточно сложен, но необходим.